Здравствуйте, мы находимся в игре Клондайк. Итак, когда сады наши полностью расчищены, нам остается что? Собрать подарок за полную расчистку. Открываем, смотрим. Ну, естественно, опыт даже дали денежек. Начинается так, коллекции, ресурсы. Так, уголечечек, арматура, каркасы. Так, заготовки для нефти. Подушечки, чайники, кроватки, энергетики. Изумрудиков дали прилично. Три монетки. И вот сейчас посмотрим наши леопарды. Интересно, они как? Декорация или что-то хорошее? Так, одну дали декорацию, а один снежный барс будет приносить нам подарки. Ну, значит, мы его устанавливаем там, где у нас подарочные варианты. Становись барс. Ой. Да что ж такое? Ну, постань где-нибудь. Стал. Хочет рыбки. Ну, покормили. Когда подарок будет? Ну, и он с нами в куку играет. Барс. Кис-кис-кис. Ну, я не могу посмотреть на него, нажать. Он так стал неудачно, что прям, ну, никак. Если только вот так. Что не сделаешь, чтобы до него добраться. Так, кормим мы его 3 раза. Подарки каждые 3 часа. Ну, и на этом все. До новых встреч.